Здорово всем, ребята, Кента пока на проводе, и это не шутка, это не пранк, потому что сегодня реально вышло настоящее обновление 0.15.7 или 8, я так, кстати, не знаю, давайте посмотрим. Вот я зашел в Play Market, я специально не обновлял, потому что я хочу посмотреть, что же там и как это все при вас. Так, ну что, смотрим, ребят, смотрим, листаем в самый низ, обновление 0.15.8. Что же это означает? Это означает то, что обновление 0.16.0 уже прям очень-очень скоро. Ну а пока что мы, ребят, нажмем кнопочку обновить и посмотрим, что же в итоге изменили и что же добавили. Мы внесли несколько изменений для более комфортной игры в Stand-O 2. Вот некоторые из них. Если в соревновательном матче был обнаружен мошенник, результаты этого матча отменяются и не влияют на ранг и статистику. То есть, что это означает? Если у вас в скатке попадается читер, то никто не получает ММР. Это очень хорошо. Смотрим дальше. Скорректирована громкость музыки в игре. Раньше была очень большая ошибка, что на эмуляторах музыка работала некорректно. Как я понимаю, ее пофиксили. Исправлены проблемы с авторизацией через Facebook и Huawei. Спасибо большое. А вот теперь самое главное. Карта Зона 9 получила небольшие визуальные изменения. Ну, давайте посмотрим, что же это за небольшие визуальные изменения, потому что мне, ребята, очень интересно. Ну а чтобы этот замечательный керамбит был твоим, тебе надо прямо сейчас поставить лайк, подписаться на мой канал, в комментариях напиши свой ID и самое главное, посмотри все видео без перемоток. Всем желаю удачи. Мой выбор. Ну что же, ребятки, прямо сейчас мы переходим в настройки, смотрим на звук, и что же тут поменяли, потому что для меня ничего не понятно. Проверяем. И кажись, ничего не поменяли, да? Ну, типа, я ощутимой разницы не видел. У меня раньше не было никогда музыки в главном меню, для меня ничего не поменялось. Так, смотрим дальше. Ну, а прямо сейчас мы, ребятки, проверим следующее изменение. Это то, что если у катки попадается читер, то ни у кого не пропадает ММР. Мы прямо сейчас нажимаем на матч. Вводим матч там, где отняли 140 тысяч. Ну, вы все его знаете, вы все увидели. И прямо сейчас, вот этот проклятый матч. Мы прямо сейчас просто посмотрим на игроков. Ну что ж, нажимаю история матчей, и что же видим? Как тип был легендой, так он и остался. Да, как ему и дали 140 тысяч ММР, так у него и осталось до сих пор 141 тысяча ММР. А, скорее всего, ребята, старых игроков не тронули. Но в будущем, как я понял, это обновление коснулось именно вот этого вида читов. Чтобы не было читера, который получает по 140 тысяч ММР. То есть теперь их, по идее, не должно быть. Но, честно говоря, мне жалко этих ребят, потому что сейчас вот эти ребята, у них у всех ранг легенда. И, по сути, эти люди не могут играть в ММ, потому что они не могут себе найти противников с таким же МРом, как и у них. Поэтому вот эти вот 5 ребят, они, к сожалению, будут в пролете. Но зато в будущем, по идее, таких читеров не должно быть. И с этой обновой это все пофиксили. Ну что же, прямо сейчас я создаю лобби, я его закрываю. И мы, ребятки, идем на карту Зона 9. Ну что же, вперед смотреть. 5 минут later. А вот мы и на карте Зона 9. Ну что, давайте смотреть, что же изменили, что же поправили. Для начала хотел бы вам продемонстрировать то, что у меня стоит максимально график, чтобы там ничего не писали. То есть прямо сейчас нажимаем видео. У меня все стоит на максимум, только почему-то 60 FPS, не понял? У меня же 120 было всю жизнь. Обалдеть, я-то думаю, что я таким нубом был. Так, ну что, почини, погнали смотреть. Пока что вроде бы все как было, так и осталось, только, кажись, изменили цвет этих ящиков. И если не ошибаюсь, они были другого цвета. Дальше я вижу бочки. Ничего себе. Да, ребята, изменили эти бочки. Это не шутка. Ничего себе. Так, ну прикольно, прикольно. Это только начало, мы только начали. Так, ну что, смотрим дальше. Что же изменили еще? Что же есть еще из изменений? Я, ребятки, приближаюсь потихонечку к пункту Б. Что же поменяли тут? Тут опять поменяли те же самые бочки. Ничего себе, разработчики. Ну вы, наверное, очень долго делали это обновление. Дальше, вот эту дверь добавили. Кажется, раньше не было. Смотрим, смотрим, тут все как было, так и осталось. Но для меня самое интересное — это проход на А, потому что тут больше всего бочек, больше всего. И интересно, что же поменяли тут. Ага, еще ящики поменяли. Так, 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 так. Блин, так эти же ящики говно, не? Ребят, камон, так раньше же ящики были лучше, какие-то более реалистичные. Ну, елки-палки, я не знаю, мне не нравится. Вот мне старые ящики нравились больше. Так, мы уже нашли два изменения. То есть, изменили бочки, изменили ящики. Давайте проверим хаммер. Хаммер как был действенным, так и остался. Никто его не тронул. Так, что же поменяли тут? Обратно эти же самые бочки. Даже тут поменяли бочки. Елки-палки-то. Вот это я понимаю. Так, вот чисто в целях эксперимента. А вдруг что-то поменяли там? Не, почины. Там все как было, так и осталось. Так, ну что, смотрим дальше, смотрим дальше. Прошли на Plant A. Вот это... Слушайте, а вот это тут и было всю жизнь? Я просто не помню. Ну,
окей, окей. Смотрим, смотрим, смотрим. У меня только Vanquishion, ребят. Это реально все. Да, вот опять новая бочка. Вот, вот эти еще бочки поменяли. Блин, ну как-то слишком мало. Я, конечно, понимаю, что это не глобальное обновление, что они написали, мы немножко изменили карту зоны 9. Ну, чтобы насколько немножко, это, конечно, ну прям трэш. Я думал, что, конечно, ее изменили гораздо побольше. Ну, прям чуть слишком немножко-немножко. Опять эти же ящики новые поменяли. Так, смотрим, смотрим дальше. Так, а мне вот интересно, а тут что-то поменяли или нет? А вдруг это пасхал, видите, какой-то открытый контейнер. Ну, а, к сожалению, ребят, он пустой. Ребят, посмотрите, свет загорелся. Раньше не горел. Так, прикольно, прикольно. Еще одно мини-изменение. Раньше тут не было света, какого-то security, какого-то охраны. Ее тоже изменили. Так, тут проход на Б. Так, так, так. Изменили вот эту позицию. Добавили вот какие-то ящички, изменили бочки. Окей, понял. Так, тут тоже изменили немножко. Ну, по чуть-чуть, помаленечку, потихонечку карту изменили. О, пацаны, этого не было, этого не было. Отвечаю, 100%. Нашли, нашли, нашли. Ребят, тут находится шланг и огнетушитель на случай пожара. Прикольно, но раньше этого точно не было, 100%. Так, ну что, идемте дальше. А вдруг мы сейчас найдем еще какое-то секретное мини-обновление. Так, смотрим сюда. Обалдеть, комнату изменили, пацаны. Раньше не было этой комнаты. Я в шоке, я в шоке. Охренеть, не встать, реально комнату добавили, вау, очень круто. Не, ребят, прожмите за это лайк и подпишитесь на мой канал, я в шоке просто. Ну что же, ребятки, в принципе, это все. Если я что-то пропустил, то, пожалуйста, пишите комментарии. Также не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. С вами был ваш Кентуха, всем удачи, всем пока.